Нашиды, чтение Корана и танец с кинжалами. Так прошел розыгрыш двух путевок в Малый Хадж от редакции «Ас-Салам». Это духовно-просветительская газета, издающаяся в Дагестане и по всей России на русском, лезгинском, аварском, даргинском и многих других языках. Главная цель газеты – добро. Одним из проявлений добра и является розыгрыш путевок в Хадж. У нас такая добрая традиция сложилась. Мы уже третий год организовываем такие мероприятия среди подписчиков доброй газеты «Ас-Салам», где хотим чуть-чуть внимания уделить, порадовать наших дорогих подписчиков. Предыдущие розыгрыши путевок от газеты «Ас-Салам» уже осчастливили двух наших земляков, которые совершили паломничество в Мекку и Медину. В этот раз формат мероприятия немного поменялся. Во-первых, разыгрывали сразу две путевки. Во-вторых, подписчики газеты участвовали не только в розыгрыше, но и в его организации. Так, добровольцы разыгрывали ценные подарки среди всех желающих. Сертификаты на отдых в Архызе для всей семьи, денежные призы, часы и даже столы. Подарки – это тоже не сколько даже наша заслуга, сколько заслуга тех людей, которые также переживают, как и мы, за распространение этих ценностей. Эти наши спонсоры, эти люди – это просто, можно сказать, простые люди, которые сами организуют какой-то сбор, собирают какую-то определенную сумму и говорят, мы хотим, например, на этом мероприятии обрадовать кого-либо из присутствующих и подписчиков газеты «Ас-Салам» и отправить их, скажем, вот, в хадж, в умра там, и так далее. «Ас-Салам» – это не просто газета. Это, наверное, мощная команда очень скромных людей, которые делают, я сужу по нам, очень много, и не один год. Мурат, вам, вашей всей команде. Это не только не какая-то финансовая, просто спонсорская помощь. Это общение, это праздники. И даже вот эта поездка, это всероссийские соревнования по шахматам, будут участвовать со всех регионов нашей страны 42 команды. Может быть, мы не самая сильная команда, но все-таки мы надеемся на победу. И очень благодарны вам за эту поддержку. Стоило мне только позвонить, Мурат. Вот хотелось бы, чтобы у нас была форма, вот есть возможность помочь. И от этого человека, и от всей команды, есть только одна фраза. Нет проблем, надо сделаем. Дай Аллах, чтобы вы процветали, чтобы у вас были силы еще на долгие годы вот эти добрые дела нести свет. Спасибо вам. Аплодисменты, я так полагаю, наша будущая сборная по шахматам Карачаево-Черкесии. Разнообразие столпов ислама – это часть разнообразия видов поклонения. Среди них есть такое, которое выполняется только физически – это молитва. Есть связанное только с имуществом – это закят. А есть такое, на совершение которого тратятся и физические силы, и материальные ресурсы – и это паломничество. Дешарбику Идиеву в ходе розыгрыша повезло больше всех. Он стал одним из двух обладателей заветных путевок. Благодарен газете «Ас-Салам» за такой подарок. Самое главное – мы все под Всевышним, чтобы Всевышний нас всех берег. С обладателем второй путевки, не оказавшимся в этот момент в зале, организаторы связались по телефону. Им оказался имам из Чагутинской мечети Азамат Кушетеров. Хаджи Байрамуков, Назир Капушев, Архыз 24.